Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Ол ТВ, Заварной Кофе, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня будем выживать в гигантском лабиринте и убегать от толпы монстров Poppy Playtime. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, моя цель сейчас максимально долго продержаться. Вы их видите? Я слышу, как они топают. Я реально... А, вот он! А! Блин, это водящая собака, ребята. Я знал, что будет в VR очень сложно. Не настолько! Чё они идут поверху? Вы чё, гоните? Они упали. А, и я упал. Ну ничего, все, теперь я внизу. Ой, я слышу их топот. А, они опять здесь, ребята. Сейчас я должен продержаться максимально долго. Сейчас я должен. Я должен. Пацаны, вы их видите? Я слышу их. Я их тоже слышу, я их слышу запах. Они за мной, они прям все за мной. Пацаны, это страшно. Блин, в VR очково выживать, очень очково. Помогите, я так руками махаю, как в реальной жизни выбежал. Я вижу. Где, они сзади меня? Да, они сзади. Спасибо, что ты мне подсказываешь. Я уже тут в шкафы залез у себя в хате. Я в шкафах. Ай, блин, это жесть. Так, все нормально, ты успеваешь. Я успеваю? Да, ты оторвался. Ух, ребята, спасибо. Вот он. Беги. Я бегу, пацаны, Помогите! Помогите кто-нибудь! Отойди! Я держу тебя за руку. Так, пацаны, отвлекайте его как-то. Надо его, короче, добавить, чтобы он упал, ребят. Да о, давайте, мы помните, так делали с вами? Да. Нет. Давай, Кирилл. Ты сможешь. Давай, на тебя вся надежда. Ну ты упал, и он не упал, блин, это жесть. Ну, упади. Я упал! Есть, ну это и хорошо. А, он на меня загрется. Отлично, ребята, постоим здесь, повыживаем. Ну, давай, ты сможешь. Скинь его, пожалуйста. А где остальные монстры? Их нету. Почти. Они нападут сзади, в крысу. Я знаю, они такие. Ну, не падает, ребята. Он просто наверху бегает и не хочет падать. Все, упал. Нет, не упал. Он умный слишком. Он поворачивает хорошо. Получается, он может просто сделать так, что ты спрыгнешь, а он останется наверху и побежит за мной. В этом прикол. Смотри, я... Я, короче, его на себя загрю. Я ж не боюсь. Я ж не очкошник, правильно? Не хочет. Эй, давай, иди сюда. Давай. Щенок! А если он на голову мне прыгнет? Ой. Черт, я ж таки сказал, он мне на голову прыгнет, он меня обманул. Нас тут вообще весело, хаги-ваги бегают. Да? Ну я иду к вам тогда, пацаны. Прогуляемся потихоньку. Ля-ля-ля-ля-ля. А где собака? Вот кот. Дремот. Вот он идет. Не надо, только нас не трави его. Не, это мой друг. Это ручной кот. Видите? Вот он идет. Смотри, какой хороший котик. Так, идем. Не, он просто убивает и все. Так. Идем, мой маленький. Сюда. Вот я, вот. А у меня есть. Ну куда ты? А где же собака? А там у вас уже и коты есть? Да. Да, он тут. Дима, твой кот ползет к нам. Я иду. Я не упал. Дима, иди приручи своего кота. Так, а где они? Я их никого не наблюдаю. Они на башне оба были. Твой кот и этот хаги-ваги. Они по всей карте, короче, разбрелись, я уже понял. Ладно. Я слышу. Слышу? Они все внутри башни, наверное. А он может мне на голову прыгнуть? Уже такое было. Ой. Вот, я вижу, хвостяра бегает. Может, привет, хвостяра. Приветики, монстры. Я вас боюсь, но не очень. О, как вы думаете, смогу перепрыгнуть на тот бортик? Да, Дима, покорми их. О, давай. Корми. А я не могу... Он какой-то скользкий получился. А ну-ка, попробую перепрыгнуть тебе. Да ты шо, это было очень страшно, но я смог. Пацаны, ну что, кто не сыт? Я несу. Кофе отвлеки. Что вы, очкошники, не идете за мной? Я не очкошник. Я тоже не очкошник, но я боюсь. Вон ползет, хаги-ваги. Ой, вы чё, нет. Поднимается? Ого, их уже трое. Так. Помогите, пожалуйста. На. Понюхай. Давай. Дим, держи цилиндр. О, давай.
Молодец. Ребята, знаете, чем классно играть в VR? Я могу разные предметы вот так в руки брать. Ребят, бегите, они туда. Они нормально? Ой. Давай, я могу гранату кинуть. Вот гранату. Они поднимаются, ребята, будьте осторожны. Так, я готов. Давай, давай, иди сюда. Давай. На, понюхай. На, понюхай шляпу. Нет, 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 нет. Ой, нет, ой. Ой, сейчас съест. Вот это я уклонился. Я его обманул? Есть, есть, я живой остался. Все же их можно обмануть. Значит, можно, ребята. Я смог их обмануть каким-то образом. Что за... Он хватает с бортиков, пацаны. Вы что думали, так просто? Он не могут убивать. Ага, обмануть я смог? Ну, такое ощущение, что не я его обманул, а он меня обманул. Заманил вниз, чтобы убить. Это, Дима, я за тебя ему гранату дал порвать. А, хорош. Ему понравилось. Так, я иду по низу. Я не боюсь. Ребята, чего вы бояться, правильно? У меня фонарик есть. Я деловой кабан. Дима, так. Мы тут с котом твоим играем. Да, какой-то кот бешеный. Мой кот меня же и убил. Вы считаете это нормально? Нет. Не совсем. Пацаны, если вы видите... Если вы видите, что один монстр бежит внутрь лабиринта, то он идет ко мне. Вы меня предупредите сразу. Хаги-ваги тут... Да нас тут вообще весело. Я иду к вам. Дима, я тебя сопровождать сверху буду. О, давай. Ты видишь меня? Я вот прыгаю. Я на бортиках. Ага, понял. Я ищу тебя. А, я слышу! Тихо! Откуда? Откуда этот звук? Беги! А это из тебя. Куда бежать? Тут я запутал! Я заблудился в лабиринте! Помоги мне! Я собаку слышал, она прям за мной ползет. Ну, так ты её сейчас ко мне приведешь. Может, не надо? В самом лабиринте, наверное. Нет, вот она, Кирилл, вот она. А, она тут? Да. Тихо. Там? Какая она тихая. А, сюда? Она крякает. Сюда. Да не, вроде не крякает. Да вот, только что крякает. Вроде крякает. Мы говорим, за собаку крякает. Замечательно, пацаны. Так она крякает, там... Блин, я заблудился, куда идти? А? Ребята, если вы хотите, чтобы на моем канале следующий ролик вышел про VR, напишите, мы хотим VR. И следующий ролик я обязательно сниму в VR. Можете даже написать, что? Может, есть хоррор подложить какой-то? Или темную карту? Да, можно. Как вы думаете, это прикольно будет? Да. Это я будет слышу, стрёмно. Они... Вы хотите, чтобы я обосрался? Да. Я обосрусь. Один ты уже обосрался. Например, побег от марионеток в темном лабиринте. Ой-ой-ой-ой-ой. А представь, такого напишут. Че-то я не хочу. Я хожу как Доди кругами, я не понимаю. Я заблудился, ребят, я заблудился. Вот что значит VR. Я не понимаю, куда идти. Дим, тебе, походу, сейчас плохо будет. Там, я вижу большой хвост. Хвост? Где? Помогите, подскажите. Ай-яй-яй. Пацаны, я приближаюсь к вам. Я нашел выход. А ну правильно? Да, вот вышка. Они возле вышки, пацаны? Да-да-да, оба-оба. А что ж я иду до вышки, если они возле вышки? Так. Не, иди тут. Видите меня? Хорошо. О, я видел только что. Да, это я, короче, даю о себе знать, пацаны. Я их не боюсь, я их буду, если что, мочить. Видите меня? Привет. Да, привет, я вверху. Ух ты. Они так, там. А ну подсказывай, где они? Иди прямо, иди. Так. Не бойся. Вот. Они тут. Ну как сюда? Так идти или не идти? Вы меня пугаете, да иди, пацаны. Иди, не бойся, мы скажем им. Так. Отвлекай их, переманивай. Ой. Спокойно, спокойно, Дим. Да я так на всякий случай прострел сделал. Я знаю, что они с R2 мочат. Дима, тут, справа. Беги. Есть. Куда он пошел? Так, тихо, стоп. Ой. Есть, ребята. Я псих, я смог их убить. Угу. Так, короче, я иду на вышку, буду с вышки по ней стрелять. Может, получится кого-то убить. Так, ну я убил всего только сколько? Двоих монстров или троих? А, двоих. Двоих, а где же еще остальные? Где-то же они лазят по карте. Ой, где? О, Дима, привет. Так, ух, как я высоко. Так, да, Кирилл Геймер, надеюсь, я тебя не зацеплю. Ой, извини. А я не знаю. Это было мощно, это было очень... Вот это взрыв. Я говорю, Кирилл, аккуратно, я прямо на голову бомбу сбросил. А давай еще, я еще раз фигану. Все-таки мы же должны зачистить это все дело. Так, я сейчас рычаг побольше возьму. Давай.
Я думаю, что вот так вот где-то. Ой-ой-ой. На. Прощайте. Блин, ну мы умрем, мы умрем. Нет. Мы убили собаку, нет? Нет, она жива еще. А, ну сейчас подождите, я сейчас сделаю по красоте. Смотри, сейчас окину ее очень далеко. Смотри, до вышки прям докину. Верите мне? Давай, 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 верим, верим. Ой. Ну ладно, ладно, сейчас я шучу, я шучу. Сейчас скину, подождите. Вот, Дим. Ой. 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 Я сейчас подавлюсь из этих приколов, блин. Вот, Дим, вот эту кинь. А что это? Это ядерная. О, мини-ядерка. Ой. Дима! Дима! Ой, красиво! Я думаю, она туда полетит. Дим, мы собаку так и не убили. Давай еще раз Гренвича. Не, на СЦ-1000. Все-таки мы должны же собаку убить. Потому что эти бомбы не убивают. Ой-ой-ой. Вот это... Убили? Еще, ага. Нет, она жива еще. Ну, давай туда. Да блин, что она мне летит через жопу? Все, там ее точно нет. Давайте теперь в тот угол дальний кинем. Давай. Во! Живая. Ну, держи, держи. Она чего? В центре. В центр надо кидать. Обойма. Ой-ой. Обойма. Это патроны. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Мега мощный взрыв. Всем пока. Всем пока. Ух ты!